Что-то неуловимое произошло 1 мая между художниками и урбанистами из Украины, Венгрии, Нидерландов, Словакии, Эстонии, уже работающих в Славутичи над проектом в рамках фестиваля киноурбанистики 86 и славучанами. Они собрались 1 мая на Маевку между двух мангалов в Ереванском квартале в 16:00. Интересно, что организаторы этой встречи в большинстве своем вегетарианцы, но тем не менее купили 8 килограммов мяса. Славучане тоже кое-что принесли с собой. Кто там был, говорит, что все получилось вкусно, а общения были интересными. Ну, а мы были только на процессе приготовления пищи. Еще хотим обратить ваше внимание, что на нашем канале смотрите ежедневно, каждый день в районе 19:30 историю фестиваля киноурбанистики 86. В среду и четверг 2015 год, в пятницу и субботу 2016 год, а в воскресенье ориентировочно в 11:20 2017 год. А с 3 мая они появятся на нашем Фейсбуке. Ну и хочу напомнить, что с 9 по 13 мая фестиваль номер 5 пройдет в Славутиче. Следите за рекламой. Либо вы ждете, когда ваши дети, внуки решат за вас эту проблему.